Алло, мои ребятишки, меня зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это моменты жизни. Да-да-да, ура-ура, мы уже с вами смотрим моменты жизни за июль. И, в принципе, приятные моментики-то. Красивые, хорошие, солнечные, свежие, фреш, джуси. Как я обожаю лето, не люблю зиму, прям не могу. Поэтому, если ты так же любишь, как и я, летний период, садись поудобней и погнали смотреть. Моменты жизни. По факту мы с Ангелиной живем вот через дом, и у меня очень мало интернета осталось на телефоне. Я думаю, если у нее есть возможность, я к ней приду в гости, скажем так, на английский. И она мне говорит, у нее нет ключей. Типа ее заперли дома, говорит, иди на остановку бабушки моей, забирай ключи. Я пошла, забрала у нее эти ключи, открыла. И сейчас не могла открыть ей дверь, потому что она не знает, как у нее дверь открывается и закрывается. Типа, привет. Котика. Первый. The first. Второй. The second. И? А? Ну блин, ну так же. Ну three это три. The third. Молодец, даже еще раз повтори. Уверенно. The third. Okay. What is the third? The third place in the prize in the restaurant. Done poke? Or tomato? Как будет на свой вкус? Блин, он на свой... On my tasty? Это прикольные английские, где-то какие-то цирки тут происходят. Мой родной город не перестает меня удивлять. Вот тут вот у нас открыли KFC и написали вывеска, что это халяльщик. Я к ней пришла, мало того, что, ну, сама я хотела к ней прийти на английский, я пришла, она говорит, пойдем прогуляемся. Я думала, так, по райончику пройдем, она говорит, нет, мы пойдем там до одного любимого нашего кафешки Винхардс пешком, в, не знаю, сколько сейчас, градусов 30, наверное. 30 с чем-то давай жары. Посмотрим. Вот реально посмотри. Сейчас я скажу. Я говорю, я не хочу. Она такая, пойдем, это же лето. Ну 29. Ну 29. Мы по жаре еще идем, что тенька. Как бы нет. Видишь, насколько я тебя, видимо, была зла. Посмотри, как у меня чехол яркий. Моменты жизни. Не видели всего пару часов, опять идем сегодня на пляж, на речку Донецк. Она пришла вот в таких вот. Ну классно. Реально крутые. Вообще крутые. Вообще, а что там написано? Блин, Крокс, вообще круто. Пойдем даже на давай пляж. Время, да. Кайфом с расстановкой, да? Едем. Соседнее село. Да, ты на фоне мечети. Мы поплыли девочками кататься на катамаранах. Илю нас водила. Мы крутим, крутим. Слушайте, на самом деле, мне кажется, скоро станет традицией, потому что мы в том году катались, сейчас катаемся. Как эти волосы красиво развиваются. Она говорит, давай-ка клип снимаем. Блин, простите, друзья, что вы сейчас это смотрите. Мне кажется, вас немножечко подташнивает. Сейчас, тихо. Ну что, девочки, поспела клубничка. Вот. Хоть не везде она едет прям до конца красная, но сладкая, сочная. Это вот вообще непонятно, кто это, что это, чернобыльская какая-то. Мама пошла гулять с Чикой где-то в темноте, потому что очень быстро темнеет. Время там 9 часа, и уже темнота. Одна из особенностей Челнов – это вот такие ларьки с мороженым. И причем тут очень много выбора мороженого, вы можете это увидеть. И какие названия у этих мороженых есть. Например, американец, бедный еврей, хохол. Вот хохол, он топ уже сколько лет. Также обамка. Сколько лет уже эти мороженые, они действительно вкусные, но название, конечно, фантастическое. Моменты жизни. Не извинилась ничего, так с ребенком идет. Кто это? Кто это? У меня же сердечко такое. Серьезно? Смотрите, какие красивые девчонки. Они еще стильные. Вот у этой клетки, у этой клетки. А какая панамка-то? Я думаю, что... Я же свою панаму забыла. Там? У себя на родине? Родине. В Питере забыла. Вот, и я думаю, что мы подружимся с ней. Да. Любители шляпок. Да. Я попросила Алину покатать Таю, но, как вы видите, Таи еще тут нет, потому что она у нее в руках. Она мне сказала, сначала коляску покатай, чтобы плавно, если водишь, дам ребенка. Вот, как видите, ну что, пока не дает. Да, говорит, пока надо нет. На часы накатать. Практика, девочки. Я вам такси Uber Black буду, Тай. Я попросила покатать коляску,
Но так как у меня нету немножечко мамского опыта, сделаем вид, что типа тут ребенок. Ну и этот, ну тот, на руках у нее. Что-то тебе сейчас упадет, что ли? Я не держу. Все хорошо. В общем, сейчас сделаем вид, красивую музыку поставлю. Вот такую? Не такую, такую не поставим. Типа снимаем, как будто я гуляю. Скалям. У меня почему-то представление, что так вот гуляют. На самом деле, наверное, вот так вот тащит, чтобы тяжело. Ты на самом деле наврала. Мы гуляем как? Мы одной рукой тащим коляску, а другой-то мы держим ребенка, так что нифига. Потому что она не сидит в коляске. Да, именно так и есть. Ага. Ты опять. Давай, моменты жизни. Какая прелесть. Ты пропела нам заставку, отлично, я ее поставлю. Моменты жизни. Приехали косить траву для кроликов. Ой, ну какой-то. Мне кажется, больше раскидывает, конечно, чем нет. Нет, нет. Сейчас стрелами все берем. Видишь, командная семейная работа. Да. Мой оператор, моя мама. Что я же типа в деревне? А? Не просто так видосики монтирую. Это вон там мой цвет. Не только я белоручка играю на плели, но могу иногда собрать даже траву. Ищу вас всех в Петербурге, дорогие мои. Я такая же. Много, да, мам, взяла? Ну, посильно бери. Посильно берем. Да, и несу. А раз. Опа! Легким движением рук. Еще раз. Смотрите. Давай, дубль два. Нагребаем. Бери больше, кидай дальше. Веселей. Давай, давай, давай. Все получится, давай. Вот, дочь-помощница. Для контента поехала и типа помогла. Пока мы тут собираемся, посмотрите, это настоящая земляника. Вот нас собрали. По сосекам наскребли там, пока траву собираем. Отец у нас спотел немножко. Еще там покостил. У нас места не хватит столько. Хватит, хватит. У нас все хватит. Говорю, что укрепляюсь. Быстрее, давай, что еле шевелите. Даша, давай тоже помогай. Для контента. Я кушать хочу. Пить хочу. Блин, я вам нашла шок-контент. Вы посмотрите. Это настоящие лошади. Прям игогоки. Обалдеть, да? Она прям вообще... Они прям живые, настоящие. Ух. Мне тебе время понравилось. Дубинчик? Где дубинчик? Ну, понятно. То есть, вот как бы тогда это проходило, и сейчас это проходит. Нету точно временных отрезков. И типа, дубинчик мне очень нравится. And now I have been spelling. Да-да-да. Вот. Other time for self-education. Дубинчик активно использует, да. Клёвое реально время, очень хорошее. Прям топ. Моменты жизни. Карочка, звездочка наша пришла. Лена Николаевна, вы за всех нос. Красота вам. Я облачки принесла, Файра. Спасибо большое. Так, куда вы сесть? Файра, садись сюда. А Диана куда сядет? Диана тоже там сядет. Мы пришли почти всем коллективом спустя 3 года конца учебы. Собрались. Все почти пришли, почти. Это победа, это хорошо. Кто-то не рожает, все пришли. Кто-то рожает, просто кто-то у нас сегодня в Казани на работе. Вы занимаетесь, да? Вы такие, да. А я такая, блин, и понимаю, что это около 7 лет, и мне стыдно. 7 лет мы занимаемся на курае, блокфлейте. Я даже не знаю, как называется это. Ты играешь одни и те же татарские. Не я. Я смотрю истории 2-го курса девочек. Они играют тот же самый сандугачку горчик. Всю жизнь. Хорошо, вот ты потому что по-честному все понимаешь. Да, да. Парочка у нас честная, да, Диан? Нельзя. Честная. И вот я поняла. Честная девочка. Я уже тем более 2 года отработала. Я уже там специалист с опытом. Да. Моменты жизни. Опять с этими двумя. Я не знаю, кто первый. Ты первая, естественно. Смотрите, как выросла, да? Пару дней не видел, он уже вымахал. Ты как, а? Не спит, вон глаза стеклянные уже. Не спит, да? Не спит? Не спит. Не спит? Не спит. Что такое? Чего не спим?
Немножко вам показываю. Давай, дай позируй. Всем салам. Я пытаюсь угадать, что там за буквы будут. Давай-давай и... Опа! Кто не знает, повтори. Господи, я как маму снимаю. У нас тут вся атмосфера. Рам па па лям. Татри е а ну малыш, давай. Попробуй отгадать. Кто же? Тусовка, да, Тая? Поем. Уху, ее. Тая вот этот развлекает тетю Дашу. Да, Тая? Кто кого-то развлекает, непонятно. Да, показывает, вот говорит, смотри. Вот мне прям вот это нравится, мне нравится вот это. Моменты жизни. Он что-то говорит? Я пытаюсь понять, что он говорит. Слушали 3 минуты. Ну там они колу пьют, я за колки. Давай послушаем Дашусь по частям. Да, вот по частям будет более-менее понятно, потому что ну, он хорошо говорит, я в принципе могу понять, но он быстро говорит. Вот на каждый вопрос будем слушать. Вот давай, давай, вот давай отдельно, я смогу, думаю. Да, надеюсь. Я сейчас нахожусь в полнейшем шоке, и я пока не могу адекватно на это реагировать. В общем, пока небольшая предыстория, что вообще со мной сейчас произошло. У меня есть почта, где люди могут написать о сотрудничестве. Она у меня в канале на YouTube закреплена и во всех своих соцсетях. И сейчас я зашла и увидела следующее. Мне пишет издательство Бомбора. Вообще, это крутое издательство, я очень много читаю книг от них, и они действительно очень крутые тем, что они печатают фикшены, да, как модно сейчас круто говорить, в общем, очень интересных авторов и креаторов. И они мне пишут с очень крутым предложением выпустить свой самоучитель. Типа не просто самоучитель, а прям книгу, укулеле книгу. Я пока не знаю, к чему это приведет, но понимаете, весь масштаб происходящего, что Бомбора — это очень большое издательство, и во всех книжных магазинах, ну, по большей части во многих, будет эта книга, и на маркетплейсе тоже будет эта книга. Она будет печатана в варианте, прям настоящее. И об этом я даже не могла мечтать вообще абсолютно, типа, вау. И есть такой интересный факт, что год назад, 22 июня, мне написали по поводу моей подписной укулельки 22 июня. В этом году, 17 июня, мне пришло вот это вот письмо. Как после этого не верить каким-то укулельным богам и вообще верить в совпадение? Это как? Я еду в Казань. Успела я приехать в Казань, так чувствуется это татарский вайб, там вот где-то играет татарская музыка. Максимально татаризм, если это так можно сказать, он присутствует именно в Казани, друзья, вот именно там. Привет, красотка. Меня тетя приутила. Сраки мои любимые надела. Красота. Hi, my dear, welcome to my home, можно сказать. Ну все, я приехала к тетю, сейчас мы идем за Клоус пиццей, будем наш dinner. Our dinner is Klaus pizza. And yeah. Chips. And chips, of course. Snack. Snack. Yeah. Мой телефон присвоил. Нет. И ключи от хвата у меня есть. Все, пока, девочка, ты кто такая? Ищи меня тут. Она у меня в кармашке, держи, дорогая. Ты что, ты меня не пугаешь? Я туда не пугаю. В общем, я приехала к Ангелине, я говорю, у нее есть телевизор, хочу посмотреть реально прям телеканалы. Что сейчас показывают, кроме первой России-1? Я листаю очень много вот таких развлекательных и очень много татарских каналов. Шаян, НТВ, Кюнель, Мейден. И вот я листаю, и есть вот это вот. Покажи. Но это дальше есть, смотрите, что. Покажи его. Мне интересно, какие эти звуки произносятся. Да, у них очень много горловых. Заметила? Иназальные. Моменты жизни. Да, по озеру Кабан. Кабан Лейк, как принято. Такая вот заводь с кувшинками настоящими, natural кувшиночки. Отдыхают утки. И тут у них как детский садик.
маленькие little даги отдыхают тоже. Я хочу быть в моменте, хоть мне не особо нравится Казань. Ну, надо почувствовать, посмотреть, остановиться, разглядеть, тем более с моим зрением. А это постоянно на меня орёт. Да я не ору. Что я то сяду, то я остановлюсь, то я задумаюсь, то я мечтаю. Зачем сидеть? Вот вы когда гуляете, вы сидите, я вообще не понимаю, зачем сидеть, когда ты гуляешь? Ты же гуляешь, ты ходишь пешком. В твоем понимании гулять, это куда-то идти только. Ну, очень полезно для ног ходить. Меня Ангелина пригласила вот такое вот, что это, азиатская какая-то еда? Да. Вот такое вот заведение называется Ом-ном-ном. Казань. Я вам оставлю локацию. Вот так вот, около такой стены, кто смотрел всякие онямы, не отзывайте, оценят. Тут очень клево оформлено меню на попить и на поесть в стилистике старых вот таких вот реклам. Прикольно, да? Вот там Джеки Чан и всякие, хлеб написано. Вот мне пока нравится. Я еще не пробовала. Тут тоже самое, напиточки. О, тут есть эти. Сейчас покажу эти с Пикачу. Вот. О, пошли на такой, такой. Ну, убийственная сахарная вещь. Попробуем, оценим, посмотрим, если будет вкусно, дам локацию. Значит, ем я супчик. Вкусный супчик. Окрошка, которая. А тут... Это что такое? Ты меня убить хотел? Ты сама говорила, что тебе железа не хватает. Пиздец. Саш, я не ожидала такого. Я думаю, сегодня ручка оторвалась. Куда гвоздик залетел? Моменты жизни. Никакой. Не стойте. Чужим. Только не выкладывай там. Моменты жизни. Ну что, я на месте. Сейчас мы пойдем давать мастер-класс в библиотеку национального КТРТ. Ангелечка мне решила показать вот такой вот вид казанский. И, в принципе, неплохо. Посмотрите, да, то есть модно, молодежно, поля там какие-то. Давайте для начала, кто я, собственно, такая, если нечаянно увидели эту афишу, такие, о, прикольно, про укулеле в Казани, вообще жесть. Поднимите руку, пожалуйста, кто ходил вообще в музыкал? Отлично, отлично. Слушайте, ну больше половины не ходили, я вас поздравляю. Это самое лучшее решение, что вы сделали, вы не пошли в музыкалку. Почему? Потому что в музыкальной школе нас начинают пугать. А вот кто поднимал руку сейчас, вы на каком инструменте играли? Я вам сочувствую. И гитара. Медленнее, да, наверное, взять? Чуть не успеваю. Давайте еще раз чуть медленнее. Ладно, давайте, я вижу, что уже немножко подустали. Последний раз пробуем. Вот. Все хорошо, что-то так грустнуло. Вот, такой более концертный вариант. Сердечко. О, какое хорошее сердечко получилось. Прикольно, да? А, тут есть стикер-пак, мы сделали. Чуть-чуть и пособие. Все, да, все в комплекте. Ситуация такая, я показывала на укулельке, ее уже забирают в этот же день. Типа, забронировали. Обалдеть. Даша пытается мне рассказать про брови и ресницы. Для этого она использует мою косметику. Где ты нашла? Она уже 5 минут ищет слово «ресница» на туши. Как тушь называется? Лаш. Что значит лаш? Вонючий. Занавес. Все, собираю свои шмонатки. Сейчас выезжаю, пытаюсь выехать в Челны. Тичера мне подарила вот такую вот масочку, потому что у меня, говорит, сухая кожа. Я напользовалась 100 раз этой маской. И вот такую штучку на память. Упс. Чтобы я вспоминала эту поездку. Да. Записывать на английский. Да. Моменты жизни. Да, мы едем. Что случилось? Накрылась микроволновка. Вчера одна и сегодня. Да вторая. Едем за новой. Чем вся семейка, представляете? У нас уже сколько, ну, долгое время не было так, что мы едем все вместе куда-то, сразу собрались, такой повод выехать. Да. Спонтанно совершенно. Вообще, потому что микроволновки-то, это моя мама чудесная. Смотрите, как она схитительная, вообще обалдеть. Ехали выбирать нормальную, хорошую СВЧ-печь. Вот, называется микроволновка, вроде бы, а я называю себя СВЧ-печь. Какую хочешь?
Я не знаю, будем смотреть цена качества. Главное, чтобы она не сгорела. Купили микроволновку наконец-таки. Да, долго выбирали, выбрали. Вот. Наконец-таки, ура. Они этого консультанта так замучили, пока выбирали. Это пипец, просто вы бы знали. Но они всегда так делают, так что нормально. А ты даже представляешь, как мы машину покупали? Это вообще... Теперь Саша погреет суп. Пойдет суп есть. Если ты обожаешь влоговый формат, то у меня на канале есть целый плейлист с моментами жизни. Также напиши в комментариях, как дела у тебя, что нового, давай рассказывай. Мы уже с тобой настолько сроднились за все эти выпуски, что рассказывай все. Я прочту и про лайку. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся.